Всем привет, с вами Иван Готтер и Зерикс, мы играем в игру Hunted the Demon's Forge на английском, на нашем кузне демонов. Да, что охотники типа на кузницу. Ох, нихрена да. Себе, как можно так, хоп. Ты вообще с бабой играешь, типа попёрло. Я тоже выбирал бабу, но мне что-то не попёрло. Хотя, может, там в душе и баба, но что-то не похоже. В душе и баба. В душе. И баба. О, смотри, еще какая-то фигня валяется. Чувак, ты там уже кого-то выбрасываешь? Не-не-не, я тут ни при чем. Смотри, о! Няшенька. Няша. Он в текстурку, он в текстурке застрял. А нет, он сердце так вырвал. Нифига, вырвал сердце через целую кофту. Вот это волшебник. Блин. Чё за... Стой, ладно, я там, короче, какую-то фигню хотел взять. О, слышь, кастрюля. Ты куда по мне стрелять? Они, ну, тихо, умер. Кто, откуда стреляет? Женщина, иди кастрюлю бери. Чё это за фигня? Сам это просто меня с персонажами. Нафиг нам нужен. Уж так, копия, наверное, да. Меняться можно. Нет? Не, мне нельзя. А, нет, нельзя. Ладно. А может, вдвоем надо там стоять? Да? Ну пошли посмотрим. Пойдем посмотрим. Где там? Не. Не, нельзя, я же сказал, может типа как в коопе. Ай, да, ладно. Где зум? Где оптика? Стой. Даже оптики нету. Ну, вообще, мы сейчас вам вкратце расскажем про эту игру. Тихо, сядь. Как там вышла прятаться? Она 30 мая 2011 года. Графон, в принципе, норм. По крайней мере, вблизи. Ты сдохнешь, я тебе в хэд попал, вот, красота. Коп режим присутствует, мультиплеер я не помню. Ты помнишь, что мультиплеер есть? По-моему, нету. Ну и пофигу как-то, все равно мы в копе будем проходить. Так, хедш... Да ё-моё. Не, я лучше вот этот лук возьму. Хедшот, хедшот, бич. Блин, я не могу даже зажимать, ты типа зажать можешь и всех расфигарить. Что за ущербный персонаж мне достался? Ненавижу. Не знаю. Если будем проходить, то будем меняться, короче. О, куриц можно убивать. О, все. Ставлю этой игре. Ставлю этой игре 10 из 10 за то, что можно убивать куриц. Давай открывай. Скорее нельзя убивать куриц. Чувак, я походу застрял. Стой, иди сюда. Иди сюда. Чувак, я застрял в текстурке, чувак, я летаю. Чувак, ты упоролся, иди сюда, я вижу. Не могу ли, я могу двигаться. Подойди к этой фигне. Иди сюда. Я не могу подойти. Ну ладно, тогда подожди. А то там оружие. Ты пропускаешь оружие, собираешься. О! Да я не взял его, оно не взялось. Давай ты не будешь бежать вперед, и мы будем собирать хотя бы вещи. Хочешь, вернемся? Давай. А там можно? Нет. Ну все. Окей. Что там у нас? Баба ругает, не богу. Дожился. Что-то урон вообще маленький. Сильно стреляешь ты, чувак. Если я быстро стреляю. Давай. Садись сюда, вот иди сюда, выйди, короче. Давай, иду. Смотри. Зажимай ты, зажимаю я. Не, я взял самый скорострельный лук. Там есть с разной скорострельностью. Я медленно только что стрелял. Там вообще бред. Там невозможно стрелять. Так, я спасу эту. Зачем ты? Ну зачем таких мудаков спасать? Пусть умирают. А кто это такой? Мудак. И с ним. Ну, убьем давай его. А туда можно перелезть? Я не знаю. А, во. Иди, можно. Давай. О, оружие. Ну вот бей. Ты же меня орал, ты. Там как? Тот, кто разобьет, для того оружие выпадает. Чувак, я летаю! Чувак, я улетел! Ты упоролся. Чувак, ты видишь где? Ты стоишь. Нет, чувак, я на крыше сейчас нахожусь. Нет, у меня ты стоишь снизу. А, вот, я вернулся. Уйди, короче, тут баги слишком мощные. Это, наверное, кооп какой-то кривой. Ой-ой. Что ты как делаешь? Как этого говняка? Что не умирает? Да идем, хватит! Сейчас опять в каком-то... Как золото подобрать? Е. Он чуть не под... Ладно, фиг с ним, пошли дальше. Все, идем. Так, пошли. Хилка? На как ее за хилку? Я не помню. R, по-моему. Как? Да, R. А, R.
Ну ты полностью живой, то что я постоянно налетаю. Нет, на все пули. Я как раз полностью на пилвину только. Был живой. Че это за фигня? Камни мертвы, 53 всего. Что за отстой? Какие-то камни еще искать надо. Прикол. Так, ну, ну норм, чё? Такое изображение четкое вообще. Прикольно. Упрос, чувак. Да, я знаю. Не уборон. Не убитый. Чё, с кем я записываю видео? Куда я вообще? Я походу сейчас принцип Перси буду, чувак, отвечаю. Иди сюда. Куда сюда? Я даже не знаю где. Мне куда-то вниз прыгнул, что ли? Вот сюда. Иди сюда. А как туда зайти? Ну, надо, короче, так, иди сюда. Иду. Иду, иду. Тут надо как-то коопом. Коопом? А тут, а... Подожди, а ну, что там? А вот туда нам не, нельзя зайти никак? Там куда? Где-то хрень была. Думаю, нужно как-то... Она будет с другой стороны, я думаю. Если обойти, короче. Ну, ладно. Иди сюда. Пусть будет так. И чё тут? А типа самому пройти нельзя, да? То есть только вдвоем. Ну вдруг ты упадешь, я тебя поймаю, там за юбку, еще что-нибудь. Надо ж мне чем-то заняться, интересно. Чем-то. Да, чем-то. Чем-то заняться. Там что есть, с той стороны куда-то пошел? Ну там вон, смотри, вот там внутри какая-то хрень. Я не понимаю, что это, но... Что дверь не ломается, куда? Чувак. Подожди, отойди от двери. Опа! А! А что это за хрень? Что с ними делать? Ей. А, разбить надо. Лук, о-о, четкий лук. А это тебе что? Лук. О, булава. Взял. Отстойная тебя... булава. Почему отстойная четкая булава? Я не знаю, что она правда делает, но она светится, и лук светится. Чувак, это фонарик. О, он медленнее стреляет, чем тот. Это неинтересно. О, видишь, что тут будет эта фигня? А, ну ладно. О-о, кто там уже такой наглый? Incoming fire! И что, не могу их подбирать? В смысле? Ну, ну сейчас я пройду. Прямо. У меня таки могу, эту фигню не могу. Я почему-то не могу. О, подобрал как. А, их разобирать надо, разбивать надо. Вот оно они... что! Разбиваешься кристаллы. Какая-то фигня еще валяется. Не понимаю, что это тук, он типа ядовитый или что это? Кислотный. Ну, сойдет. Вот это классное оружие, не то что у меня какая-то булава. Тебя замораживающее. Булава-фонарик. Булава-фонарик. Ночь, знаешь, типа не заблудиться. И от гопников, чтобы точно не убивать. А, я косой, я попасть не могу. Я не могу подобрать эту фигню, ну, подбирай. Урон какой-то не особо. Наконец-то. Кто стреляет? Что там? Ты мне хочешь пострелять? Уже не хочет. Нет, хочет. Хочет! На тебе фонариком по лбу. Все, он получил фонариком. Что, получен кристалл 4 в запасе. Что это такое? Чувак, разбейте все. А там только одну надо. Норм, чё. Давай, заходи обратно. Почему? А. Я там расстреливают, почему? Да, меткость у этого лука вообще никакая. Так, ничего нету. А надо пойти, короче, хилку взять. И урон не особо. Уже хилки. Эй, да проходишь ты. Жопы говню. Ну, бери хилку. Не хочешь, чтобы брать хилку. Ай, хилк, ты вообще где? Слышь? Вот я где? Взял хилку. Что? А, она автоматически. О, вниз ну, можно? А внизу, это вот куда ты там? Вниз. Пешком. Пешком. Спрыгни, все. Нельзя спрыгнуть, там-то проблема. Нельзя просто взять и спрыгнуть, да? Блин, и действительно прибегай, поворачиваться нельзя. Я скажу, что нельзя. Застрели их всех, я не могу. Это так я тоже не могу, у меня урон маленький, лука. Ого, 200 защита, о, прочность 200. Что нифига было вещи. Не знаю, фонарик тоже маленький. О, меч какой-то. А ну-ка, что он за меч? О, щит, щит это тебе? А, нет. Меч отстойный. По башке им! Бей! Бей, иродов! Да я вообще, я не убил его. Нары какие-то. А, меня сейчас что сольют ты? Так. С такими темпами. Оу, 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 а, вон, сверху стреляет. Алпуха.
Алуга. Алуга. Ты не хрена себе. Алуга. Да, отстой какой-то. Пошли дальше. О, стрелы. Огры, огры. Всюду только огры. О, кастрюлю для тебя нашел, иди готовь. С нами иди готовь. Уже нет. Разбил железную кастрюлю. Давай, открывай. Я в тебе. Ты во мне. Ты во мне, чувак. Точнее, я в тебе, если тут пошло. Уйди, я в текстурке застрял. А это что такое? Уже. Что она делает? А, типа улучшение, экспо, и все такое. Я не понимаю, что... При использовании зрения ярости гнев кадока помогает увеличить скорость атаки на 7 урона. Ветер гнева поднимает в воздух и впечатывает их в землю. Кадок стремительно бросает на врага, нанося и тому глушительный удар. Ну я даже не знаю, что бы это такое. Дыхание дракона из заряда отправляется к вашему врагу, а отжигает что-то на него. Короче, боли. Пусть будет. Огненный шар или... я буду на мага качаться, пофигу. Обновить. Обновить? А что делать обновить? А, я понял. Главы 1.6. Так, короче, я качаю морозную стрелу, за... все. Скачивать что-то, я буду качать свою фигню. Не понимаю, как... понял. Больше время, больше КПД, больше урон. Ага, ты еще можешь атаку улучшать. А, меньше маны, так. Вот это увеличенная мощность, дополнительный урон. Все, короче, у меня кристаллы закончились, все. Дыхание дракона, теперь каждая атака требует у вас меньших усилий. Что за... Оно само, там время шло, давай еще раз е. Отстой. Там какое-то время заканчивалось, оно так тут и все. Я не знаю, что это было. Степсон и Дыхан Дрэн, теперь каждый атака требует у вас меньших усилий. Я вас подкажу раньше. Друзья, что там с магией? Вот, чтобы раньше сналивалось. Дыхание дракона, печать боли. Ну, типа магия одинаковая, что у тебя, что у меня, да? Пошли, выходим, давай. Не надо, короче, хп найти, по-моему. Не знаю как. Что? Типа спасти надо? Да почему ты всех спасаешь, так нечестно? Ты этого не спасал. О, сыр, чувак, сахалянный сыр. О, смотри. Хочу сыр, хочу сыр, хочу сыр. Не настоящий сыр какой-то. Муляж. Да, такого не может быть. Что? Светим фонариком. Уран! 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 Раним стрелой! Смотри, они такие, о-хо-хо-хо-хо, какой он веселый. Ого. Not bad. Ого. Бомбануло. Бомбануло. Попец бомбанул. Что это за хрень? Я не знаю даже, что я подобрал. Короче, найдешь аптечку, скажи мне. Мне хп мало. Только не подбирай. Я не знаю, что такое. Я тоже не знаю, что это такое. Малый щит. О, стенд какой-то. Калывай какой-то. Я себе щит меч. Возьму. Ты. Ну ладно. Что, смотри, оп. Светим, светим. Я мы фонариком светим. Ох, нифига, нет, ты его заморозил. Это ну у тебя булава замораживающая. А я вообще тут просто хожу. Где на булава с фонариком? Ну да бывает, каждый день нужно что-то новое. Что это за хрень? Что это такое валяется? А, динары. Мне пошли. Аптечка нужна вообще. Подожди, а как замораживающий? А, все, понял. Да давай ж ты стреляй в нее. Я не понимаю, как юзать замораживающие типа стрелы. Ну, на единичку и так далее, чувак. Ну вот, на единичку, если нажать, что будет? Вот это будет. Эпично было? Эпично. Ну ладно. Это что за хрень, ты упоротый? Блин, меня сейчас сольют так. Давай иди убивай. У меня тоже хилки нет, чувак, что отдыхай. Ну я пытаюсь убить их. Все вроде бы. Да может он умрет уже. О, умер. Замечательно. Я никого не видел вообще.
Какая-то фигня. Может, здесь что-то есть? Так, не знаю, вообще с понятия хилку взять. Все, я больше ничего не вижу. Ты хуй сидит, ты кристаллов подобрал. Нет. Тут... Что? Пробел? Что значит пробел? Что пробел делает? Быстро объясните мне. На, фигнись, пацан. Не взрывай. Нет, не взрывай это. Я в блоке. Я суровый мужик. Давай, я делаю так же. Лора! Лора! Стой! Алло-ло-ло-ло-ло! А это что такое упало? Золото типа? Динарий. Ух! Если тут дальше тоже так же хардкорно будет, то весело. Not bad, not bad. Так. Все, стрелы валяются, то уже тебе стрелы. Мне, по-моему, уже не надо, мне максимум. Сталь, как они меня задолбали. Блин, я пока добежал, ты уже всех слил. Так неинтересно. Там их два все было. Давай. Ой, ну типа один тоже не может перепрыгнуть, это очень... Да сык одна! Я тебе помню, зачем ты туда прыгаешь. Да, чтобы вдвоем упасть. Жирный. Капо. Так, и что? Тут ничего нет. Я открою дверь! Не надо упарываться. Нет, нет. Тут стрелы, а стрелы мне не нужны. Mm. Вообще ничего нету. Что? Смотри. Бегите живей! Варгары прямо за мной! Специфиакты, специфиакты. Вареньем экраном вливал. Прям на экран. Варенье на экран мне вылил. Вообще, предел. Так, ничего нет, интересно. Вот он. О, да. А, нет, не беги за мной, нет, я боюсь тебя. Да прикинь, что ты думаешь, туда отстой. Хватит меня, ты кого сбиваешь? О, щит, щит круто. Надо тебе? Дурак. У меня такой же. 200. Я какой? Ощущает. У меня уже есть 200. Интересно. Что там? Потрошитель какой-то, ну какой-то вообще отстой. У тебя булава норм. У меня тогда булава фонарик. Интересно, а кроме зам... Что это такое? А! Нет! О, прикольно. Нет, нет, нет! Я пытаюсь... в жопу! Я не мог, меня просто били, забивали. Что пробел делает? Я не понимаю, зачем пробел жать? Что пробел делает? Перестал нажимать пробел. Ну короче. Давай, последнюю контрольную. Да, продолжаем. Короче, я не понял, что делает пробел, но по-моему это чтобы дольше прожить. Тут нажимаешь, да, не да, умираешь. Да, если ты перестал нажимать пробел, типа, чтобы дольше прожить. Короче. Да, но не скорость, просто нажимаешь, да и все. Можно, да, скорость нажимать. О, пропустить. Ты о чем, чувак? Мы уже все пропустили. А это что? Ну ты. Молнии! Молнии! Нет, нет, меня сольют! Нет! Молнии! Я хочу лук новый. Отстойный лук, у меня лучше, у меня стрелы эти. Да. Ну правда там только две стрелы осталось. Все, уже нету ядовитых. Бесполезный лук. О, лучше вот такой. Молнии! Вот, смотри. Молнии! 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 Так, о, классно, у меня мана закончилась. Они еще и вломят, смотри, какие они наглые. Так, все. Где кто? А, вижу. Тихо, пацаны, тихо, тихо. Тут не расслабляют. Глю-глю-глю. Оп. Ты что творишь? Я лагаю. Так, подожди, может, а здесь нету ничего? Может, какое-то оружие? Ну что ж подбирали, чувак? Не, ну может что еще? Тормозишь? Пошли дальше. Есть. Собаки гавкают. Золото. А, это надо вот так, я помню. Да ё... А нет, нет, это потом, да, наверное, заберем. Идем. Как пройти тут? А! Хоп! Мега-центурионы. Хоп, все.
Так, мы запомнили, что оно справа. Надо вот по правой стороне бежать. Стоп, а сюда нельзя пройти? Нет, нельзя. Подожди, вот сюда давай. Куда сюда? Я бегаю повсюду. Нет. Я молния. Подожди, что это такое? А, все, я понял. Я понял. А, ты нашел тот кристалл, можно короче? Можно вот это? Во, смотри. Ты где? Я не знаю, где это. Я далеко. Вот, открывается. А, вот. Во, да, все. Вау! Not bad, пацан, not bad. А что тут еще есть? Так, а это разбить, наверное, можно. Факел. Я мог взять факел, чувак. Он лучше, чем то, что у меня, или нет? Не надо. Так, тут еще какие-то хрени можно разбить. Не понял. Ну что, сюда? У меня стрелы как-то... Блин, вот со скорострельным луком стрелы заканчиваются. О, стрелы. Здравия. Блин, ну почему я туда не хочу смотреть? О, во, опять лук такой. Небольшие сбои, продолжаем дальше записывать. У меня память закончилась. Не говори со мной. Не говори, закончилась. Ты сломанная каменюка. Я знаю, что надо сделать. Я уже понял. Только что понял, но сейчас все будет. О, хил. Я надеюсь, сейчас все. Нет, сейчас ничего не будет. Подожди. Что, ты нашел что-то? Нет, всякий отстой. Да? Да. Чувак, что ты там уже понял? Ну смотри, у него. Наверное, нужно поджечь второй глаз у него. Нет? Подожди. Здесь какая-то хрень. Что произошло? У него глаз открылся. А, вот. То есть ты должен встать и должен стрельнуть горячей стрелой. А, где огненные стрелы мне взять? Это... А, я понял. Короче, стой на той кнопке, чувак. Сейчас все будет. В смысле? Ну, сейчас я схожу за огненными стрелами. Давай. Через всю карту. Через всю карту? Ну да, вот это же загорит моя стрела или нет? Нет. Отстой, я пошел обратно, короче. Что, нету? Нет, нифига. А может, твои стрелы не загораются, только мои? Может быть. А где ты его не нашел? Ну фиг знает где там, помнишь, кристалл был? Там я и нашел. О, ладно, сейчас я. Сейчас тогда я приду. Так. Да, загорелось. Отлично. Все, иду. Да, оно аж туда отправляет, короче, эта фигня со светлячками. Ты встал? Все. Я же говорил. Оп. Ну все, пошли. Что тут у нас? Всякая фигня. Это тоже всякая фигня. Пошли дальше. Идем. Бежим вниз, со мной фонарик. Мой верный фонарик. У тебя нету фонарика, у меня фонарик. Просто может у меня так будет фонарик? Да, врат преисподней? Ну согласен, идем. Врата преисподней — это очень весело. Это мило. Стоп, там какой-то звук такой был, там ничего. Короче, не знаю, ну блин. О, начинается. Неполадки — это очень весело. Очень. Ну, очень. И тут я понял. Ты понял? Что ты понял? Пошли дальше, чувак. Отлично. Стоп. Я кое-что вижу. Ну нет.